Один человек погиб, 17 получили травмы на дорогах региона. В госавтоинспекции подвели итоги уходящей недели. Всего в Кировской области произошло 12 аварий. В выходные дни дороги будут под особым контролем, напомнили в ГИБДД. Пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Мероприятия пройдут как в городе Кирове, так и в иных населенных пунктах Кировской области. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 000 рублей.